Cari amici di Brianza Channel, benvenuti a una nuova puntata di Sapore Internazionale. Oggi la puntata che riguarda le opportunità e il business internazionale hanno come ospite il dottor Dmitry Medvedev, che è il ministro degli esteri dell'Ossetia del Sud. Buongiorno ministro. Buongiorno. Bene, ci può intanto raccontare, anche nella sua lingua che poi dopo traduciamo, com'è l'Ossetia dal punto di vista geografico? Моя страна расположена на обоих склонах Центрального Кавказа. Inizia il conflitto appunto dal 1990, che si è protratto fino al 2008, con vari atti di terrorismo, uccisioni. Nel 1992 sono state introdotte le forze di peacekeeping, che avevano un mandato internazionale, e la situazione era stabile fino al 2003. Finché per un mese nel 2004 le forze del regime Saakashvili sono entrate nel territorio osseto, ci sono guerra lampo, diciamo, e poi però si è stabilizzata fino alla notte tra il 7 e l'8 agosto 2008, quando di nuovo le forze georgiane, sempre del regime Saakashvili, sono entrate appunto nel territorio dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia. Questa invasione è stata comunque interrotta grazie alle forze russe, che poi è stata anche proclamata l'indipendenza dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia, e da qui parte, diciamo, la nuova storia. Патриархию Византийской империи. Это тоже часть византийского христианства, которое до сих пор исповедуется на нашей земле. Очень хорошо известны в Европе аланы. Они очень хорошо известны в том числе и здесь, в Италии, особенно на севере Италии, где очень много топонимики сохранилось аланских времен. Сарматы – очень известное племя. Они в эпоху Римской империи служили империи, защищали рубежи, северные рубежи Римской империи. О них сохранилось очень много исторических фактов, исторических сведений. В IV веке нашей эры, во время так называемого «великого переселения народов», аланы совершили большую миграцию, большой миграционный путь из южно-русских степей, из Кавказа, через всю Европу, через Испанию. Они дошли до севера Африки и образовали на севере Африки алано-вандальское государство. Об этой истории тоже есть очень много свидетельств, очень много топонимики, гидронимики сохранилось на юге Франции, на севере Италии, в Испании, в Каталонии и в других местах. Аланы хорошо известны исторической науке Европы. Мы часто проводим конференции, ученые Европы и Осетии знают друг друга хорошо. Если так говорить очень коротко, завершая, можно сказать, что осетины – это европейский народ, который говорит на одном из индоевропейских языков. И мы всячески хотим развивать отношения и с Европой, и с другими странами Азии, и европейскими государствами. В этом заключается наша внешнеполитическая доктрина. Adesso che abbiamo visto che ci sono alcune radici, alcuni interessi comuni, come si pone a livello internazionale e a livello, diciamo così, legale la vostra nazione rispetto allo scacchiere internazionale? Я уже говорил о том, что Южная Осетия была раньше частью Советского Союза. Когда Советский Союз распался, то все республики, которые входили в Советский Союз, они объявили о своей независимости и построении своего государства. Так получилось и на Кавказе. А Республика Грузия объявила о своей независимости вместе с нами и с Республикой Абхазия. Она решила уйти от Советского Союза.
Но мы не согласились с таким решением, потому что Осетия, она одна, она неделима, она не может разделяться. Не можем мы разделить один народ на две части. Поэтому мы сказали, что нет, мы не будем вместе с Грузией уходить куда-то. Мы хотим остаться вместе с частью нашего народа, с Северной Осетией. И вот с этого начался конфликт. Конфликт длился долгое время. С 1990 года до 2008 года. Это были перманентные войны. Это были войны, блокада, убийства, терроризм, захват заложников. И только в 1992 году были введены миротворческие силы, которые разъединили стороны. С 1992 года начинается относительная стабильность. Она относительна. И эта стабильность, относительная стабильность, длится до 2003 года, когда в Грузии, Тбилиси, к власти пришли силы, реваншисты, которые захотели покорить Южную Осетию, захватить ее. И в 2004 году режим Саакашвили, он первый раз пошел войной, большой крупной войной на Южную Осетию. Ровно месяц длилась эта война. Нам удалось отстоять свою землю, выгнать врага, и на этом ситуация заморозилась. Но в 2008 году, 8 августа, этот режим набрал силы, вооружился, переоснастил армию и повторил нападение на Южную Осетию. Это было нападение на мирных людей, на спящий город. Это было нападение.